Христо Грозев на днях заявил, что вот через полгода либо Пригожина убьют, либо произойдет второй переворот. И вот, значит, третьего, соответственно, не дано. Ну, честно говоря, всегда, когда эксперт делает такое жесткое заявление, и еще со сроками, значит, и вот так, либо так, либо так, и вот никакого тумана вокруг этого нет, ну, каждый раз так вздрагиваешь и думаешь, что же он такое знает. Что ты думаешь на эту тему? Я, во-первых, естественно, поддерживаю это дело, потому что, во-первых, мне очень нравится Христо Грозев, и он очень умный человек. А во-вторых, это то же самое, я говорю, 6 месяцев последние. Я говорю, что вот когда еще Пригожин только начинался, материл, значит, Шойгу и Герасимова целыми днями, и я начал говорить, что вообще он перешел в политику, он занялся политикой откровенно, он стал вообще исполняющим обязанности президента Российской Федерации де-факто, потому что дед сидит в бункере, когда вылезает оттуда, то непонятно, двойник это, тройник это, четверник. Вот, и что Пригожина, если не убьют, то он будет следующим президентом Российской Федерации. Вот можете, я к нашим зрителям, они могут переслушать все мои интервью за последние там, полгода. И каждый раз, когда шел разговор о Пригожине, и, кстати, не только на русскоязычную аудиторию и на украинскую аудиторию, но и на французскую, на французских телевидениях, я тоже говорю то же самое. Поэтому, когда, Илья, ты сейчас меня спрашиваешь про то, как я к этому отношусь, я к этому не могу не относиться ни иначе, как к тому, что вот наконец-то кто-то еще сказал то же самое, что я там говорю давным-давно. Мне даже очень приятно, что такой человек, как Христо Грозев, сказал примерно такую же штуку. Вот, у меня, правда, немножко другая версия, если мы захотим углубиться в эту историю, потому что я-то, откровенно говоря, через 3 недели после переворота Пригожинского, ну, то есть мятежа не состоявшегося или состоявшегося. Кстати, если слушать Путина, то мятеж состоялся, да, потому что Пригожин шел в Кремль, чтобы поговорить с Путиным, и он дошел, судя по Песков нам 10 июля сказал, что они дошли, встретились и прекрасно разошлись полюбовно, значит, после этой самой встречи. То есть на самом деле сказал, что состоялся. Но я 3 недели спустя высказал версию, что Пригожин либо сидит, либо уже убит. Потому что, ну, странная история с ним происходит, потому что, на самом деле, вот сейчас прошло почти уже 2 месяца после этого мятежа, нет ни единого 100-процентного доказательства того, что он на свободе и живой. Есть какие-то фотки нам, какие-то то в трусиках, то с африканцами, то там в кулуарах саммита Россия-Африка, то, значит, аудио какие-то записи нам демонстрируют. Но по поводу аудиозаписи я ехидничаю и говорю, что в камере в Лефортово совершенно спокойно он может записать все эти аудиоматериалы, и потом их выдадут в эфир те же самые ФСБшники и скажут, что вот видите, Пригожин живой, здоровый, на свободе. Вот, то есть я на самом деле, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что, скорее всего, он все-таки сидит где-то или даже вообще убит. И сейчас эта версия потихонечку набирает обороты, потому что вот из Беларуси есть такой-то оппозиционер Бульба, Сергей Бульба, который тоже говорит, что его там уже распилили. Вот, хотя моя-то версия была такая, что вот поскольку Пригожин, он такой символист, и у него это кувалда, то вот я когда говорил про его смерть, я говорил, что Путин, когда его убьет, он обязательно поставит условием, чтобы его убили на видео с кувалдой и принесли ему в Кремль, показали, а лучше даже при нем это все сделали. Вот. Так что вот такая история про Пригожина. Ну, я хочу сказать, что месье тонкий эстет, конечно. То есть это, конечно, хорошо было бы сделать с кувалдой. Вот. Честно скажу, что мне верится с трудом в версию о том, что он сидит, хотя просто потому, что те источники, которые есть в числе вагнеровцев, в общем, структура большая, там, соответственно, тоже там утечки бывают, они как раз все говорят о том, что нет, они там его видели в этой самой Беларуси. Другое дело, что вот дальше начинаются как-то интересные вещи, потому что, ну, как мы знаем, там поляки и литовцы все на измене сидят и ждут нападения. Там резкое усиление границы, и, в общем, так представляется, что этот план не лишен
здравого смысла, да, с точки зрения Путина, устроить какую-то провокацию силами Пригожина, потом сказать, что мы тут ни при чем, значит, а НАТО после этого не задействует статью 5, страны Балтии говорят, ну как же так, в общем, и где после этого НАТО. Ну, то есть в этом определенная логика есть, но внутренние источники вот из пригожинских структур, они говорят, что они полностью готовятся под Африку, там кого-то уже расписали под Ливию, кого-то под Центральноафриканскую республику, кого-то под Судан, и что вот они там в сентябре туда отчаливают. Опять, что ты думаешь? Я думаю, что, во-первых, африканская история — это самая правдоподобная история, потому что вагнеровцы — это про деньги. Это про деньги, и это, кстати, даже не про войну, потому что они же в Африке не воюют. Они в Африке либо охраняют диктаторов, либо формируют этих самых каких-то там головорезов, обучают их и так далее. То есть они, грубо говоря, зарабатывают себе бабло и ничем не рискуют абсолютно. Они воевали только в Сирии, кстати, в Сирии американцы им показали, как они могут воевать против них. Вот, и я так думаю, что у пригожинцев осталось очень нехорошее воспоминание про Сирию. Вот, они воевали в Ливии, но в Ливии, кстати, уже Пригожин разводил тогда Хафтара, потому что Хафтар попросил его прислать вагнеровцев, а ему и имел в виду, что пришли мне грушников тех, вот, которые там из 90-х, там, из 2000-х, таких головорезов, настоящих бойцов, которые могут по-настоящему диверсии устраивать, воевать там, и так далее, ну, то есть профессионалов военного дела. А Пригожин прислал ему новобранцев, и поговаривали тогда, что Хафтар был очень на него зол и говорил, что вообще он меня кинул, и когда мы с ним когда-нибудь встретимся, то, может, и поквитаемся. Угу. Вот. И поэтому я считаю, что африканский проект пригожинцев в Беларуси — это самая реальная вещь, потому что просто они смылись из России, ну, чтобы не попадать под уголовку. Вот. А дальше потом надо, значит, потихонечку перетечь в Африку. Там и бабло, там и женщины, там и климат хороший, там и так далее. Ну, хороший условно, да, потому что я как раз вот центральноафриканский климат совершенно не переношу. Мне лучше там в Норвегию куда-нибудь, там, вот, в Исландию куда-нибудь вот туда. Вот. А насчет того, что Путин может устроить руками пригожинцев мятеж, я совершенно не исключаю это дело, но только в таком ключе. Ты имеешь поход в Литву и Польшу, да? Руками? Да, поход в Литву и Польшу, но только в том смысле, что это оппортунистическое использование, поскольку уж они уж там оказались в Беларуси. Потому что выдвигалась такая версия, что вообще весь пригожинский мятеж — это задумка Путина, великого стратега, великого ужасного, который на самом деле всех развел, а все это было сделано для того, чтобы потом пригожинцы отсучились в Беларуси и устроили провокацию, значит, в Сувалках там и так далее. Вот в это я не верю совершенно, потому что надо было видеть этого бедного, несчастного Путина, который сбежал из Кремля, который забыл надеть бронежилет, взять автомат Калашников в руки, как даже Лука это сделал, да, в 2020 году, да, уж на что уж председатель колхоза, и то додумался, что надо там перед резиденцией выйти, хотя бы там показать, что типа я крутой. А Вовик, ну, просто сбежал, вообще поджав хвост, и никто не вышел его защищать там и так далее. Больше того, он же ведь проговорился, вот ты говоришь, типа, вагнеровцы сделают, а Путин потом скажет, да это не я вообще, это не их там нет, там это не тут. Так нет, он не может так уже сказать, потому что этот идиот вышел под камеры и сказал, что «а я их 15 лет, я им деньги платил». Как Пригожин я гад кинул, потому что он же государственная структура. Мы же из госбюджета ему деньги платили. Все. И тут же заместитель представителя США в ООН сказала, там я не помню, как ее звать, женщину, которая сказала, любая провокация, которая будет сделана вагнерцем, будет рассматриваться Соединенными Штатами Америки как российской, значит, сделанная Российской Федерацией как государством. Все. Кстати, Путин потерял эту возможность и говорить, их там нету, и мы к ним, я к ним не имею никакого отношения, когда он позвал вагнерцев в Украину. То есть все работало. У него была отличная схема, надо сказать, мы его не любим, этого заморка. Вот. Но у него была отличная схема тогда, когда вагнеровцы были за границей.
И действительно, это была ЧВК, и Путин говорил, а мы, Россия, не имеем к этому никакого отношения, и все, отмазки. И, кстати, все журналисты, которые пытались обвинить Пригожина, что он является руководителем ЧВК, он с ними систематически судился и систематически выигрывал все суды. Да, и выигрывал все суды, потому что у кого-то доказательств никаких не было. Никаких бумажек не было, ничего не было. Да, потом были расследования, что Молькин — это база ГРУ. Да, были расследования, что Молькина, у нее там ВЧ, и это ВЧ старое еще советских времен, где там еще африканцев готовили, где еще там палестинцев готовили, где там наших нелегалов готовили. Ну, не наших, грувцев готовили. Ну, понятно, откуда ноги растут и так далее. Но отмазка была. И вот как только Путин привел его в Украину в 22-м году, все, отмазка поменялась, потому что если какие-то вагнеровцы воюют вместе с вооруженными силами Российской Федерации в агрессивной войне захватнической против Украины, то здесь говорить, что это, так сказать, какие-то частные люди, уже нельзя. Вот. Но, значит, как я сказал, оппортунизм некий был. Поскольку они уж оказались в Беларуси, то почему бы не заварить какую-то кашу, тем более, так сказать, что эта каша, в общем, довольно неприятна для Западной Европы, потому что, строго говоря, никому не охота влезать в Третью мировую войну или там в Четвертую мировую войну, если там за Третью считать холодную. И, кстати, у нас было два доказательства 15 ноября прошлого года, когда явно совершенно российская ракета, там С, я не знаю чего, 400, запущенная из Беларуси, прилетела в Польшу, убила двух человек, перевернул трактор, и Зеленский сказал, ну вот видите, вот они вас бомбят, вот прям вот они, пятая статья, ну если не пятая, то четвертая уж точно. Надо собирать сейчас в Брюсселе, значит, консультации и думать, что с этим делать. Его заставили. Его сломали, его об коленку сломали. Ему сказали, что Зеленский, ты вообще ничего не понимаешь в геополитике, забудь про это дело, иначе не будет никакой помощи военной. И ты вот завтра выйди и скажи, что извините, ребята, я тут не подумавши сказал, и значит, это на самом деле это наша украинская ракета, то есть вранье откровенное, никакой там ракеты украинской не было. Вот. И то же самое потом мы видели уже в этом году в Румынии. Через Молдову пролетело две ракеты российские, значит, явно с Черного моря, с кораблей. Вот. И опять же, все сказали, не-не-не, никакой не пятой статьи, никакой не четвертой. Это залетело опять из Украины. То есть, и я так думаю, что даже с вагнеровцами, вот даже если бы они пошли из Беларуси, тоже носили отмазку, лишь бы только не вступать в прямое соприкосновение. Так ну в этом-то, но, в этом-то все и дело. Думаю, ты же понимаешь, что с этими ракетами, вне зависимости от того, кто их запустил, в случае с Польшей-то я просто был на месте падения этих ракет, и я уверен, что ты здесь абсолютно прав, и что это действительно была российская ракета, и что Зеленского настоятельно попросили там, значит, больше не противоречить, потому что он изначально очень возмущался этому факту. Но в любом случае это непреднамеренная история, да, то есть, ну, это просто случайно, значит, там криворукие товарищи там, значит, пролетело мимо, не попало, ну, то есть это качество этих самых ракет. А в случае с Вагнером-то это будет сознательное действие. И это не то, что они там случайно заблудились. Да, но это будет сознательное действие, но опять же, Путин же ведь не полный идиот, хотя вот я сам себе противоречу. Я как раз считаю, что он как раз полный идиот, и все, что он делает, это всегда противоположное, но он же все-таки это делает с территории Беларуси, то есть он подставляет Луку, строго говоря, да, хотя, опять же, сам себе противоречу, потому что как он может поставить Луку, если у них союзное государство, и да, что, и они же там все целуются и говорят, что да-да-да, союзное государство, значит, солидарная ответственность Российской Федерации, и тем более, что Вагнер, он сам же сказал, что это его подразделение, которое финансируется из бюджета Российской Федерации.